хотя в этом году организаторы решили воздержаться от светских раутов и шумных вечеринок. А вот встречи в деловом формате пройдут без изменений. Запланированы конференция с руководителями стриминговых сервисов, таких как Star, More, TV Premier, смарт-презентация новых сериальных проектов, а также обсуждение итогов конкурса «Короткий метр». Заявленные картины 31-го кинофестиваля «Все как на подбор» очень сильные. Чего стоят одни только проекты «Нортост», «Доктор Лиза» и «Шостакович». В основную программу «Кинотавра» также вошли картины давних друзей фестиваля – Анны Меликян, Ивана Твардовского, Оксаны Карас. Организаторы обещают порадовать и работами дебютантов. В основной конкурсной программе кинофестиваля в общей сложности 13 картин. Трое – «Реж». Анна Меликян, «Доктор Лиза», «Реж». Оксана Карас, «Конференция», «Реж». Иваны. Твердовский, «Скажи ей», «Реж». Александр Молочников, «Хандра», «Реж». Алексей Камынин, «Кто-нибудь видел мою девчонку», «Реж». Ангелина Никонова, «Пугала», «Реж». Дмитрий Давыдов, «Город уснул», «Реж». Мария Игнатенко, «Китобой», «Реж». Филипп Юрьев, «Маша», «Реж». Анастасия Пальчикова, «Человек из Подольска», «Реж». Семен Серзин, «Вмешательство», «Реж». Ксения Зуева, «Скажи ей», «Реж». Александр Молочников, фильмом «Открытие» станет работа Андрея Хожановского «Нос» или «Заговор нетаких». А последнее слово в этом году будет за Андреем Кончаловским, который представит свою драму «Дорогие товарищи». К слову, эта картина также номинирована и на Венецианском кинофестивале, но рискует не оказаться в списке главных премьер из-за переноса кинофестиваля. Программа «Короткий метр» на сей раз включает в себя 31 картину. Самое ожидаемое – «One Man Go Please» Надежда Михалкова и «Жених». «Невеста». Селедка режиссера Дмитрия Йондальцева. Некоторые изменения произошли в составе жюри. Впервые за всю историю кинофестиваля сразу 4 прекрасных дамы будут оценивать работы номинантов. Так, под чутким руководством Бориса Хлебникова судейством займутся Оксана Фандера, Владимир Вдовиченков, Нигина Сайфулаева, Федор Ляс, Екатерина Филиппова и Дарья Златопольская. А пока кинокритики всего мира гадают, состоится ли Венецианский фестиваль, «Кинотавр», пусть и в экстремальных условиях, но готовится провести главное событие в российском кинематографе. Что ж, будет интересно увидеть работы режиссеров сквозь призму современных реалий.